Да, меня зовут Денис, отец Ильи. Угу. Я бабушка Ильи, меня зовут Вера Егоровна. Угу. Ольга, тетя. Угу. Отлично. Мы как... были на концерте, он был очень спектакле. Здоров. Спектакле. Спектакле. Ну, он был бы скорее мюзикл. Они пели, танцевали, были прекрасными актерами. Все дети большие молодцы руководители. Ой, очень довольны. Я все время пишу в отзывах, все время мне присылают письма от вашего Ирбиса. Я прослеживаю все ваши пробы, спектакли. Очень молодцы. Я очень рада, что у моего внука такой хороший день. Добавите. Однозначно очень понравилось, тем более отправили второй раз на вторую смену Илью. Смена оказалась очень сильная, все работники с хорошим уровнем. В общем, у нас спектакль смешной. Да. Хорошо. А сам лагерь, какие у вас впечатления от него? Чисто. Здорово. Много деревьев, свежий воздух. Спасибо. Хорошо. А какие изменения вы в ребенке обнаружили вот после лагеря? Голос пропал? Старался. Да, наверное. Поспокойнее стал. Надеемся. И посмотрели, как он здорово стал танцевать. Ой, ему очень понравилось. Я не ожидала, что он может так со всеми в ритму хорошо танцевать. А так что, всегда звонил по телефону, говорил, у меня все хорошо, все нормально. Репетируем. Хорошо. Ладно, спасибо вам большое. Спасибо.